Пятничное утро в Ульяновске началось с минуты молчания. На торжественном митинге, посвященном 81-й годовщине победы в Сталинградской битве, прошла церемония возложения цветов. Сражение продлилось более полугода и вошло в историю как переломный момент в Великой Отечественной войне. Конечно, освобождение Сталинграда – это особый день. Вне всякого сомнения, это для каждого россиянина переломный момент нашей истории, когда был надломлен хребет, казалось бы, непобедимым фашистской Германии, и наши войска пошли в наступление. У вечного огня собрались политики, общественники, сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства и неравнодушные граждане. Победа в Сталинградской битве – знаковое событие для нашей страны и региона. В боях против захватчиков участвовали тысячи ульяновцев. Без героизма наших предков не было бы сейчас той страны, где мы живем. Наш священный долг – помнить память о наших земляках-героях. И не только помнить, но и передавать эту святую память нашим детям, внукам и всем, кто после нас еще будет жить на этой земле. Митинг традиционно прошел на площади 30-летия Победы. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.